мы должны добиваться активного бойкота. Именно так, чтобы наше население не пошло на выборы, а вышло на митинги. Именно активный бойкот. Мы должны 9 числа стоять насмерть, вывести большое количество людей. В этот день полиция будет парализована. В этот день власть будет стараться стоять на месте, очень аккуратно двигаться, потому что любые агрессивные действия будут зафиксированы международными наблюдателями, международными средствами массовой информации, будет очень много иностранных журналистов. И получится так, что даже не успев посчитать итоги этих выборов, иностранные наблюдатели скажут, что имели место преследование активистов, имели место нарушение международных соглашений, и что эти выборы изначально были нелегитимны. И тогда Токаева не признает никто из ведущих европейских стран и мира, и в том числе США. Жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. Подписывайтесь на каналы 1612 в Инстаграм и Телеграм.